Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре пневмогоковерт от компании Intertool PT1101. Гоковер данный является полупрофессиональным и рекомендуется для бытового использования. Для СТО, автосервиса лучше приобретайте, конечно, более мощный, более профессиональный инструмент. Поставляется гоковер в пластиковом кейсе, сверху бумажная, даже картоновая накладка. Изготавливается он в Китае. Компания Intertool — это компания украинская из Харькова, но гоковерт указывается, что изготавливается в Китае. По характеристикам, которые указывает производитель. Гоковерт является ударным. Максимальное усилие 345 Нм. Потребляемый объем воздуха 260 литров в минуту. В комплекте идет набор головок 10 штук, удлинитель 1,2 125 мм и лубрикатор с масленкой. По комплектации. В комплекте идет гарантийный талон. Гарантия на гоковер данный 6 месяцев. Идет инструкция по эксплуатации. Здесь все описано: подключение, разборка гоковерта и обслуживание. В комплекте удлинитель 125 мм, хром-ванадий, материал изготовления. 10 головок. Указаны они как ударные, но я говорю, что лучше приобретайте. Если вы профессионально занимаетесь, набор головок более профессиональный. Самая большая головка 27 мм, хром-ванадий. И самая маленькая у нас в комплекте идет 9 мм. Идет штуцер для подключения к быстросъему. Идет лубрикатор. Лубрикатор можно подключить к гоковерту для подачи масла. Регулируется он, подача масла, вот внутри такой вот болтик. Выкручиваете саму колбу и можно отрегулировать подачу масла. Заливается масло через винт. Вот винт тоже откручивается. Дальше я покажу, как включается гоковерт. Идет мини-масленка и сам гоковерт. Вес гоковерта 2 кг. Корпус литой, металлический. Рукоятка обрезинена, накладка. Внизу рукоятки есть регулировка. Пятипозиционная сила удара регулируется. И здесь подача воздуха. Вот штуцер уже идет в комплекте. Накручивается и можно подключать сразу к системе, воздухосистеме. Можно подключать через лубрикатор. Лубрикатор откручиваете. И потом уже сам штуцер. Масло можно закапывать и без лубрикатора этого. Можно его не ставить. Можно перед работой закапывать само воздушное отверстие. Так, корпус сзади разборной. Воздух выводится при работе впереди. Вот два воздуха, отверстия для вывода воздуха. То есть ни вниз, ни назад. Кстати, очень хорошо сделали, чтобы воздух не выходил к вам на одежду с маслом. И переключение реверса право-влево вот идет. Здесь еще вот дополнительная заливка масла. Квадрат 1,2. Так, далее, что еще по гоковерту. Шланг в данном гоковерте, когда вы подключаете, используйте с сечением не меньше 10 мм внутренний диаметр. Потому что если будет диаметр меньше, он будет работать не на полную мощность. Ну и, конечно, нужен мощный компрессор. Ресивер не меньше 50 литров, а лучше все 100. И чтобы он выдавал 300 литров в минуту. Перед работой рекомендую, чтобы гоковерт поработал 2 минуты в холостую. И желательно сразу же залить масло сюда. Имеется также ключ в комплекте вот для разбора самого гоковерта. Сзади. Можно поменять, потому что здесь вот ключатки, которые со временем нужно будет менять. Так, по габаритам самого кейса. Кейс у нас ширина 25 сантиметров, длина 25 сантиметров и высота 10 сантиметров. Данный гоковерт является лидером продаж, но как говорю, что для если вы работаете для СТО, он будет слабоват. И тут нужен мощный компрессор. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал. До свидания.